Всем здравствуйте, вновь Антбард. Самсон? Блубаба? Я не знаю, Мэгги? Я себя не люблю, поэтому... Еще раз говорю, пойдем по стандартному забегу. То есть, никаких витнесов и так далее. Хороший первый предмет, ага. Неважно, кто его возьмет, честно. Так, там есть камушек. Камушек. О, и ты не задел... О, я не тем персонажем пошел. И ты не задел, блин, этот су... Я не хочу играть за этого персонажа. Умри. Ну, окей. Зашибись, клавиатура. Ох. Дебильный персонаж. А кому там тебе? Окей. Вот то. Я не знаю суть этих бочек. Они вроде просто быстрее взрываются. С одного выстрела, наверное. А, это твое. Этот менеджмент персонажей меня раздражает. Опять же, это интересный персонаж, но, блин. Проблемный, мягко говоря. Проблемный. Как мой ребенок. У меня нет ребенка. Гурлинги. О, фак, ну поехали. У меня нос чешется. И это большая проблема. Почесал, окей. О, нет. У нас проблема. Мирового масштаба. О, он созывайте, плиз. Эй, Сири, вы чё? Айзек. Организация Объединенных Наций. Скорее. ООН. Скорее. Организация Объединенных Анонистов. О, фак. Итак. Ага. 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 Найс. Кстати, возвращаемся назад. У нас есть бомба. И... Зачем я открыл? Подождите, мы же не идем по альтернативному пути. О чем-то я. Я просто подумал, может нам сходить туда. Ну, может быть, не двигаться именно по нему полностью, да? А... Найс. Я рад, что я вернулся. Может быть, сходить туда, потому что все-таки двойной предмет. Так что за эти персонажи можно оба предмета сразу поднять. Ну, надо решать. Но это будет непросто. Не знаю. Не, надо все-таки сходить хотя бы, может быть, на один этаж. И просто не идти потом по альтернативному пути больше. У, прямо в начале. Нам бы еще ключ. Да-да, я думаю, на этом этаже мы просто сходим на... Ну, мы уже сходили на этот этаж. А потом уже не будем. Потому что, ну, опасно это все-таки. Ключ, найс. То есть мы оба предмета можем взять, к счастью. А нужны ли нам эти предметы? Вопрос. Я не знаю. Окей, наверное... Просто не впечатляет, честно вам скажу. Эх. Ну хрен с ним. Мы сделали решение. Может быть, это не так уж и плохо. Один персонаж посильнее, другой сможет стрелять этим лазером. Ну, они оба могут стрелять это слезами. Один может лазером. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо. О чем я знаю? Это... Нет, это даунпур один, окей. Факов. Это много HP, но... бесполезно, окей. Может быть, это и к лучшему. Я ненавижу этого врага. Что мух вот этих, что призраков, они могут идти нахрен. Серьезно. Сырство.
Терпеть не могу. Умри, книга. Да. Окей. Значит, ты еще ни одного нормального забега для этого персонажа не было. Кажется. В всяком случае, я не помню. Если я не помню, значит, этого не было. Ну, сделку с дьяволом мы, скорее всего, не получим, конечно. 36% всего лишь. Но, опять же, я, скорее всего, получу урон. А, Рейнмейкер, может быть, мы... Может быть, мы будем в порядке. Не знаю. Хотя этот хитбокс, блин, двойной. Это, конечно, проблема сама по себе. Хрен с ним, с боссом. О, ну, рандом, рандом. А? А, получил урон другой чувак. Окей, окей. Нига. Плиз. Окей. Плохо. Окей, та-та-та-та-та. Нам повезло, что получил урон, конечно, другой. Но, опять же, в результате плевать. Сделки с дьяволом все равно не было. Шанс не очень большой. Да, фак. Ну, если бы у нас был спейсбар предмет хороший, то... Конечно. О, фак. Но, мигус. Бредовая ситуация. Что-то я не понимаю, можно было бы там спастись вообще. По идее, да? Но... Я не понимаю, как. Нам нужно HP. Серьезно? Я сюда пошел ради этого? Ну, судя по всему... По крайней мере, у нас теперь есть спейсбар предмет, я полагаю. А, фак. Я забыл, что две бомбы. Ну-ну. А, ди-ди-ди-ди-ди-ди. Приз, умри. Окей, я чуть на шипы не нарвался. Так. Значит, раз и два. Найс. Справляемся потихоньку. Играем вроде бы неплохо. Вот игра нас не любит, вот что. Два говна. Не знаю почему. В реальной жизни ты бы не радовался, наверное. Я не знаю. Ну, тринкетов у нас нет, так что. Почему нет? А, это. Фак, у нас такие проблемы с HP. С деньгами у нас проблем нет, вот что. Фак, чуть бы получил урон. Особенно учитывая то, что это чемпион. Еще один цент. Дай мне еще один цент. Может быть, мы сгоняем в магазин. Окей. Что-то мне лень в магазин идти. Ну, окей. Что реально, я сюда пришел за халявными предметами. В результате, конечно, все обернулось достаточно странно. Окей. Это хорошо. Это, получается, на кума используем, правильно? Да. HP там не было. Если и было, то уже поздно. The Hunt? Окей, без проблем. Hunt, easy. Ну, не easy. Я имею в виду, по крайней мере, это не Wormwood. И то, на том спасибо. Мы опять нос чешется. Но у нас серьезная ситуация, поэтому я его не чешу. Окей. А, да-да-да-да. Всегда, когда я играю в Айзека именно. Интересно, может быть, у меня аллергия на Айзека уже. Ну не уже, она у меня давно тогда. Это аллергия. О, прекрасно. Прощай, сделку с дьяволом. 1%. И вообще, кроме того, что сделка с дьяволом, возможно, вообще смерть. HP. Это берет этот хрен. Окей. И мы не идем на этот альтернативный путь, потому что нафиг. Вроде хорошо играем, но недостаточно этого. О боже, это говяная ситуация. Дебильная комната. Рандом еще тот. А, мой нос. Не знаю, зачем я это сделал. Oh, fuck. Надо почаще Blue Candle пользоваться, а то я что-то забываю, что он вообще существует. Бру, кандеры. Кандеры. Окей. Я не знаю, к чему это. Но... Может быть, там какой-то скрытый смысл есть в том, что я сейчас сказал. Скорее всего, нет. Интересная комната.
неинтересный спейсбар предмет. Можем, конечно, собрать коллекцию голубых вещей. А то есть здесь синяя свечка, синий телепорт, голубой я. Фу! Окей. Я испортил шутку тем, что я сказал синий вместо голубой случайно, так что... Фак! Ура, Holy Water. Это игра. Просто из-за того, что это мне на Q приходится нажимать, меня это конфузит. Типа, может, это карта у нас такая странная, которая пламя выпускает. О, нофт. О, но что я делаю? Ну, мы почти мертвы, вот что. Немножко менее мертвы. Окей. О, фак. Эй. That's pretty good. Это немножко менее... могло быть хуже. Hollow. Так, книга. Ты умираешь. Я так сказал. О! О, нет. О, я идиот. Окей, может быть, нет. Там, между прочим, камушек, который я все никак не взорву. Окей. О, удачно. Wait, нет, неудачно. Немножко распределил, может быть, не... пойдет. О, фак. Yes! Шанс был маленький, но спасибо. Damage up. И сделка. Yes. Опасно, конечно, но он того стоит. Так, с дамагом у нас теперь все в порядке. Нам теперь слез еще. Да, мы не идем на секретный путь. Мы можем... Нахрен. Я хочу нормальный забег. Без всяких вот... Катакомб и так далее. Ну, не катакомб. Майнс. Что я не могу никак вспомнить, как переводится слово майнс. Шахта. Почему-то забыл слово. Так, что за предмет на 7 центов? Blank card. Бесполезно. Потому что карта используется сразу с этим персонажем. Окей, я бы не оставил это здесь. Но... Фак, как же я ненавижу этих врагов. Так, может быть, нам вниз. Кто знает. Я знаю, нам не вниз. Окей. Очень теперь жалею, что я решил проверить. Куда вы все валите? Я не понимаю. Вроде на меня должны лететь, нет? Это было глупо. Это было намного лучше. Был бы у нас Dark Bomb. В дополнение к этому, к Little Chad. Или как там его. Эй. О, фак. Фух. А знаете, да, пойдет. А, подожди, тем более, что у нас... Окей, у нас два трикета. Окей. Это хорошо, потому что будет заряжать нашу коробочку. Ну, это библиотека. Book of Revelations. Окей. Так. Окей. Да, окей. Музыка здесь, кстати, ничего. Потому что сейчас будет выгоднее иметь этот предмет на более слабом юните. И нажимать на спейсбар, чтобы использовать синюю свечку, намного проще. Привычней.
скорее. Окей. Боже, мои мозги. Нет. Не думаю. Фак. Эта игра меня конфузит. Ну, не эта игра, а конкретный персонаж, конечно. Умри как можно быстрее. That's what she said. Не знаю. Bad bombs. 5 бомб, по крайней мере. Ну, одна из них обычная, потому что, ну, только у одного персонажа bad bombs предмет. Некрополис один, окей. Война огревает. В теории. Окей, спасибо, что освободил немножко ситуацию. Оу, фак. Окей. Да, этого должно быть достаточно, чтобы он... Оу, достаточно ли? Окей. Ну, это Cube of Meat, понятное дело. Ball of Bandages, вы поняли, о чем я. Окей. Оу, фак. Пожалуйста, дайте мне завершить хоть один забег за этого персонажа. Хотя бы дайте мамку убить, не знаю. Эй! That's pretty good. Нет, серьезно, это очень хорошо. Упс. Не то использовал. Nice. Так, теперь нам нужно второму персонажу этот предмет. Было бы неплохо. Приз? Я думал, я выстрелил. That's what he said. Окей. Это плохая шутка. Как и, в общем-то, большинство моих шуток. Что поделать? Вау! Что-то у него как-то совсем много HP было. Серьезно? Выглядит как Excel-этаж, но это, понятное дело, это невозможно. Близ. Как же я не люблю таких врагов. Они просто настолько затормаживают игру. Ну, разве это весело? Вот, стоять и ждать, пока они появятся снова. О, немножко подзарядил предмет. Что я говорил насчет призраков? Ну, не весело, окей? Это не весело. Плиз, HP. Мне нужно на второго персонажа эту предмет поменять. Окей, ну, в Curse Room мы можем сходить. Эй, вас. Эй. Не совсем то, что я хотел. Окей. Тирзап. Ну, это на этом персонаже тирзап. Спиддаун. Не так уж страшно. Так. Дамы. Первые. Они, правда, не дамы, но все равно. Фак. Интересно, как позиции-то поменялись у персонажей. Теперь у нас ни хрена HP нет. Ну, замечательно. О, прекрасно. О, тяжелая игра, вот что. О, fuck off. Это было глупо. Извиняюсь. Тара-та-тара-тара-та. Пины. Пины легко. Раз, два. Почему ты выстрелил вниз, прости, когда я нажал вправо? Я что-то не очень понял ситуации, но... Хорошо. Как скажешь, игра. Низ теперь право. Право теперь низ. Item room? Где мои предметы? Мое. Ха. Не знаю, меня сегодня глючит. Потому что игра издевается надо мной. Вот что. Lemon Party. Не то, что я хотел. Очевидно.
совсем не то, что я хотел. Ну, удача — это неплохо. Не то, чтобы сильно хорошо. HP. Извиняюсь за странный звук. Я случайно купил бомбу. Фак. Это все Якоб виноват. Или второй, не знаю. Якоб или второй. Мом. Не должно быть сильно сложно. Сказал я и тут же получил урон. Предугадал. Я просто как Николас Кейдж в фильме «Пророк». И прическа у меня классная. Серьезно? Карты телепорта у нас нет, вот что. Основного персонажа возьмем. Нет, 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 нет. Здесь должно быть что-то очень хорошее, чтобы... Нет, нет. Halo — это хороший предмет, но на самом деле не такой хороший, как люди думают. Когда вот этот вот появился Missing HUD, ну, статы все эти слева, да, стало понятно, что Halo на самом деле не очень хороший предмет. Там это он дает дамага, скорострельности и что-то еще, рейндж, может быть. И дает он их довольно мало, так что... А, кстати, это Вумп. Один раз урон получаем Якобом, и мы мертвы, так что... С нетерпением жду этого момента. Так вот. Фак. Ну, что поделать. Блин, у меня вообще башка болит что-то сегодня. Хреново. Что? Блин, надеюсь, в следующий раз будет удачно. Что-то сегодня оба забега как-то... Плохо все было, плохо. Хотя первый был, на самом деле, хорошим забегом, но... Ну, немножко не хватило запала, так сказать. Но, если вам понравился этот эпизод, не знаю, с чего бы вдруг... Я когда-нибудь пройду за них что-нибудь. Пустые эти бумажки меня раздражают. Ну да ладно. Если понравился этот эпизод, поставьте лайк, оставьте комментарий, подпишитесь, потому что помогает продвижению канала. И... Да? Эй... До встречи в Войзаке, и в Resident Evil, и в персонах, мерсонах. Я не знаю, о чем я.